Что такое художник? Человек, который владеет искусством живописи. Человек, который умеет подчинять своему воображению камни. Человек, которому дано видеть и чувствовать красоту. Человек, обладающий даром воплощать ее в жизнь. Ответ истории на эти вопросы прост. Слово «художник» произошло от древнерусского прилагательного «худог» – «худогой», что означает «искусный, умелый, опытный, сведущий». Говорят, что настоящие художники близко. Они живут среди нас, творят среди нас, делают мир красивее и лучше, но часто незаметны для нас. В один прекрасный день мы захотели это увидеть. Собрались на поиски настоящих художников и отправились к Жене. Я училась в Вербилках, в 17 лет поступила в училище, затем Кузяева. В общем, практически 26 лет я работаю золотом, кобальтом умею писать, красками тоже. Всю свою сознательную жизнь. Роспись золотом – очень тонкое искусство, поначалу почти невидимое. Глазу обывателя расписанные предметы кажутся невзрачными, ведь только после обжига золотые краски начинают гореть и играть. Это один из завершающих этапов в цикле гжельского производства. Работают ли тут художники? Да, потому что только настоящий мастер может превратить простое керамическое изделие, причем, как правило, изделие бытового назначения, в шедевр. Когда приходит на роспись, вот расписанное кобальтом изделие, хочется его повторить, подчеркнуть золото, добавить блеск, красоту, сверкание, сияние. Золото, оно декорирует очень интересно. Отводки добавляешь, получается очень красиво. Вещь сияет, сверкает и приобретает вторую жизнь. Изделие, которое придумывает художник, его еще нужно нанести на него рисунок определенный. И эти люди, которые работают в творческой группе, они обладают определенными навыками. Они создают рисунок изделия, придают ему тот вид, который будет он уже получает после всего производства. Татьяна Надбайлова, художник творческой группы. В гжельском производстве уже 30 лет. Работает по индивидуальным заказам, расписывает эксклюзивные декоративные изделия. Как и любой мастер, имеет свой особый почерк. Но, как и все мастера, пишет в соответствии с определенными правилами и канонами гжельской росписи. Мы, естественно, делаем пробу. Обязательно пробуем, как она пишется, как она тянется, какой цвет. Потом технологи уже по нашим предварительным, как мы пишем, и они добавляют определенное количество там ингредиентов, получается такая черная красочка. Она должна быть эластичной, такой, без комочков, ну, чтобы не оставалось на изделии. Крупные объемные цветы и небольшие ажурные узоры. Техника гжельского письма разнообразна. Основные элементы под глазурной росписи фарфора – это кистевой светотеневой мазок, кистевой мазок одной кистью и так называемый ситчик. И многочисленные второстепенные элементы – сетки, штриховки, завитки, отводки и усики. Для исполнения всех деталей рисунка необходим большой набор инструментов. В первую очередь это кисти разных размеров. Писать тонкими кистями сложно. Делать это легко и свободно, а главное – красиво. Способны только опытные мастера. Подписывать изделие, вот это все тонко, роспись делать – это, конечно, трудно. Нужно обязательно чувствовать кобальт, потому что
Если просто макнуть кисточку и вот так, то написать не будет. Нужно обязательно как-то чувствовать. У нас есть большой киот на 5 икон. Она первая из работников его расписывала. Вот. Самовар, вот эти наши традиционные изделия. И сервизы, конечно. Сервизы – это очень вещь сложная, потому что там надо повторить рисунок на каждой чашечке уже один в один, там уже не отвлечешься. То есть каждую точечку, каждый листочек надо обязательно повторить. Что нужно для того, чтобы каждый день садиться за свой стол и расписывать бесчисленные вазы, тарелки, блюда, штофы, статуэтки? Чтобы ждать, когда в производстве появятся новые изделия, на которых можно попробовать какой-нибудь необычный узор, рисунок, поэкспериментировать с игрой цвета. Татьяна, которая за свою жизнь испытала себя в большинстве гжельских профессий, знает ответ. Надо просто бесконечно любить свою работу. Работала сначала в сортировке, но мне всегда очень хотелось быть живописцем. Но не было местов, как ни странно. Раньше не всех брали, поэтому мы ждали, когда же меня возьмут живописцем. Когда меня взяли живописцем, я прям от счастья была на седьмом небе. Этот лоток для рыбы Татьяна расписала для нас за 15 минут. Никаких шаблонов, полный экспромт. В это время она спокойно беседовала с нами. Вопрос, настоящий ли она художник, отпал сам собой. На живописном участке есть должность, которая звучит как художник-исполнитель. Кто это такие? Это люди, расписывающие изделия по образцам, которые придумали живописцы творческой группы. Художники ли они на самом деле? И снова да. Ведь у каждого своя манера исполнения, свой стиль, свои профессиональные навыки. Все начинается здесь, в этой маленькой комнатке. Среди чертежей, скульптур и заготовок скрывается исток всего производства. Здесь происходит таинственный процесс зарождения образов, которые впоследствии обретают форму, объем, цвет и свой индивидуальный характер. Это детство, с раннего детства, потому что я любил человека рассматривать лица с детства, рот открывал и смотрел. Человек. Самое совершенное из всех творений природы. Модель, которая восхищала и продолжает восхищать мастеров творческого цеха. Истинный художник умеет передать каждую деталь, особенности фигуры, взгляд, позу. Этому учится годами. Но без таланта и способности чувствовать материал все усилия будут тщетны. Мы должны придумать эскизы, начать с эскиза, с наброска. Потом воплотить пластилине, снять форму с пластилина, черновую форму. Потом с этой формы снять модель доработать и отдать производство. Работа на предприятии ставит художника в определенные рамки. Ведь приходится не просто напрягать воображение, а изобретать вещи, которые понравятся людям и будут пользоваться спросом. Но Леонидыч, так ласково по-свойски называют Владимира Климова его коллеги, несмотря ни на что, считает свое творчество свободным. А потом в основном надо любить. Вот это дело надо любить. Без любви тут ничего не получится. Как ни прыгай, как ни вертись. 27 лет в гжельском производстве, а до этого еще 6 на отделении художественной керамики Строгановского училища. Не просто мастер, профессионал со стажем. А недавно у Леонидыча появилось очередное занятное увлечение. Начал воплощать в изделиях образы сказочных героев. Я немножко увлекся сказками, как говорят. Вот, и такую слепил скульптуру Садко. Но это мыслится как часы. Под часы. Ну, декоративные скульптуры. В этой маленькой кузнице моделей Владимир теоретически трудится не один. На предприятии 2 скульптора-художника. Но его коллега Валерий предпочитает работать дома.
Ну, был когда вот двор сам видеть большой. Просто думаю, что я на заводе там по два часа сижу. Я то туда, то сюда. Взял, переградил и все, и отделался мастерскую, чтобы она была. Как бы, ну, должно, наверное, быть, она у всех мастерская должна быть дома все равно. На заводе все нельзя. Свобода действий, неограниченность во времени – вот главные преимущества собственной мастерской. Валера работает тогда, когда ему это удобно, и тогда, когда приходит вдохновение. Может проснуться среди ночи и отправиться в свой гипсовый рай. Бывает и такое. Действительно, его работу смотрю, но думаешь, господи, ну там вот такая кропотливая работа, вот сидеть, вот это все делать, это кажется так принудительно, мне кажется, это вот не выдержишь. Но он вот это выдерживает, вот он сидит, ему интересно, вот начинает он из-за чего, может, это вот поздно делает, из-за того, что вот мне хочется вот доделать и посмотреть, что получится. В трудовой биографии Валеры всего две профессии. До армии он работал слесарем на РПЗ. После попробовал себя в жильском производстве, чем и живет уже два десятка лет. За плечами сотни изделий, сервизы, вазы, в том числе и большие напольные и даже киоты. Жизнь сложилась так благодаря случаю. Просто получилось попасть в нужное время и в нужное место. И встретить нужного человека. Наставника. Настоящего художника. Когда из молодости перешел в юность, устроился на завод в Жельске наш керамический, вот этот художник называется. Второй формуле. Ну и Василий Васильевич, у меня такой Панфилов был, наставник мой. Как говорится, здоровья ему, всего хорошего. Вот он меня этому делу сразу, он подсек во мне это дело и подхватил меня к себе. И стал вот учить. Понравилось. Общение с Валерой и Владимиром позволило сделать интересные выводы. Обоих художников объединяет одно качество. Невероятная, может быть, даже неоправданная скромность. Стеснение перед камерой, немного нервная, скованная речь, сдержанность выражения. Богатый внутренний мир, нежелание выставлять его на показ. Однако почти во всем остальном Валера и Владимир – разные люди. Они по-разному относятся к своему делу. Владимир – увлеченный энтузиаст, получающий удовольствие только тогда, когда он на все 100% доволен своим творением. Валера – практичный мастер, высшей целью которого является создание таких вещей, которые привлекают окружающих. Когда людям нравится это вот в продаже, тогда это значит очень хорошо. Когда людям не понравилось, не понравилось. Если не покупная способность у этого изделия нет, то так говорить, оно, можно сказать, значит ни к чему. Более всего Валера любит работать над вазами и посудой. Изобретает изделия, которые дополняют уже существующие в производстве сервизы. Придумывает новые формы, старается придать вещам современный вид, ориентируясь зачастую не на классику, а на модерн. И сейчас вот покажут по телевизору идею, в Акжеле нет вот этой идеи. Сейчас вот кто-нибудь увидит все, что вот это будет оливочница, оливочница будет полный Акжель сразу, да. Ну, разные формы, естественно, то на что гораздо, это просто как вот я начал в свое время сервиз, он там где-то у меня стоит, романтик вот такой, что-то необычное. И думаю, надо его добивать, вот уже, наверное, второй год, вот потихоньку, сейчас оливочницу внедрим, потом еще что-нибудь туда сделаем. В этом гостеприимном доме гжелью занимается каждый, но пока за исключением младшего сына, тоже Валеры. Старший, Артем, трудится на том же предприятии, что и отец, в гипсолитейном цеху. Его близкое знакомство с технологиями гжельского производства состоялось 5 лет назад. Сейчас он уже студент юридического факультета, но расставаться со освоенной профессией пока не собирается. Ну, художником я не родился, просто у меня всегда было так, если я рожден в гжеле, и моя родина Гжель, что-то одному я должен быть тут научиться. Так и так. Но почему-то мне больше гипс. Я пробовал лить, но это не то, это как-то не то. Вот гипс мне почему-то сразу, что-то мое я увидел. Тетя Артема и родная сестра Валерия, Татьяна Логачева, еще один представитель трудовой династии Ремезовых. Область, в которой она реализует свои навыки и способности, это литье. Работа, требующая большой внимательности. Четкие глаз и верные руки незаменимы на этом участке. Изделия изготавливаются
на этом участке самые крупные, самые сложные. И вот только что мы видели, как заливался шликер в гипсовую форму штоф каравелла. Вот. Это изделие состоит из нескольких частей. Оно собирается, приклеивается на том же литейном шликере, обрабатывается. Но я свою работу люблю. Я не могу объяснить, как-то все вот это вот именно вот это вот экзотическое, вот это вот эксклюзивное мне очень нравится. А вот объяснить я не могу никак. Но вот эту грязь, вот эту форму, вот это вот что-то вот такое вот мне нравится. Многие из тех, кто родился на Гжельской земле, не могут объяснить свое увлечение этим древним искусством. Гжельское производство строится на десятках специальностей, каждая из которых как кирпичик в стене большого и прекрасного дворца. Посмотрите на любое, даже самое миниатюрное изделие. Пусть это будет обыкновенная чашечка. Это маленькое рукотворное чудо, в которое вложили свои силы, фантазию, тепло и любовь множество людей. Сейчас находимся на самом начале технологии приготовления фарфоровой массы. Фарфоровую массу изготавливаем из сырьевых материалов, которые находятся вот в этих отсеках. Здесь мы видим глина, каолин, пегматит и вот здесь кварцевый песок. Четыре компонента загружаются в так называемую шаровую мельницу, где в течение 15 часов происходит помол. Туда же добавляется вода и электролиты. Так рождается шликер, который впоследствии заливается в гипсовые формы и дает жизнь тысячам фарфоровых изделий. Для создания одной пресловутой чашки работает огромный механизм. Художник уже придумал модель. Гипсолитейщик повторил ее в гипсе. На участке литья гипсовая форма заливается шликером, застывает. Далее оправка, удаление всех неровностей и швов, потом сушка. Первоначальный утильный обжиг, затем обязательный фуксиновый контроль. Роспись. По необходимости добавление золотых штрихов. Глазурование. Придание блеска и защита краски от стирания. Наши утильные изделия, они обладают пористостью, и при погружении водный раствор глазури изделия на поверхности откладывается тонкая пленочка глазури, а вода впитывается порами, поэтому такое вот объясняется быстрое высыхание глазури. И вот уже остается один единственный завершающий этап – окончательный обжиг. Загружается большая печь, при температуре 1320 градусов происходят определенные химические процессы. Фарфор становится материалом. Роспись обретает объем и цвет. Глазурь застывает и дарит изделию прочность, блеск. Здесь для обжига используется печь камерного типа с выкатными вагонетками. Обжиг – самый ответственный период в технологии нашего производства и самый длительный по времени. Продолжительность обжига вместе с охлаждением 32 часа. Испокон веку тандем людей, которые производят, и людей, которые изобретают, дарил миру множество необыкновенных вещей.
не канет в лету ни одно искусство, ни один промысел. Пока будут живы на земле они, искусные, умелые, опытные, сведущие. Пока будут живы на земле художники.